Смотрите, какой чиблик одела. И радиатор. Это Мандец Иваныч пошел просто. Не думал, что он будет идти по снегу. По снегу. По снегу, по снегу. Я шла и шла, и она-то жила. Я по снегу бегала. Что же делала? Ни хера не делала, ногти стригла. Как-то так. Я не больной, я нормальный. Просто я так шучу. Вот. Да. На-на-на-на-на-на-на. Три-да-да-да-да-да-да-да. Ногти стригла, хорошо говорила. Еду я. Там у меня тесто есть. Можно, конечно, пирог состряпать с персиками. Персики, ну, варенье персиковое есть у меня. Ну, вы же видели баночку, такая вот баночка персиковая. Персики, какие персики. Ой, говорит, а девочка такая, девочка с персиками. Картина такая была. Картина Репина. Да. Ну что? Что вы сразу уходите? А? Чё у вас? Чё вы не можете написать? Ой, да мне насрать, что вы там мне дизлайки ставите. Понимаете? Мне похуй на это. Просмотры делаете. И это хорошо. Это радость. Понимаете? Да, я ногти сам себе делаю. Я не нутрия. Я не хожу, блядский, в рот по вот таким косметическим салонам и деньги не трачу. Я что, ебанутый, что ли? Я вас умоляю, блядь. То вам вот это не нравится, то не нравится. Да мне насрать, что вам нравится, не нравится. Терпи, моя красавица, как Путин говорит. Да. Не вообще фанат. Да. Вы фанаты своих там упырей. Ну, упырей Джо. Вот это Джо. Старый, блядь, хрич, блядский. Вот. И еще что-то... Чем мне, блядь, пиздите, блядь? Вашего хрича надо давно уже. Ему сколько лет, блядь? Сколько лет ему? Скоро, блядь, 90-то будет или 80, блядь. Какой, блядь, может, блядь, президент, ёб твою мать? Ну, все говорили, вот, надо на пенсии сидеть, блядь, и не какие-то там, блядские в рот эти хуйни делать. Я понимаю, там 65 лет, ну, 67 там. 69. Ладно, я это еще приветствую. Ну, блядь, когда человеку 85 лет, или сколько, 90, да, и он, блядь, идет в президенты. Блядь, народ, вы чё, блядь? Вы думаете, какой может, сука, блядь, быть президент в 90 лет? Какой? Который, блядь, башкой нахуй не соображает, идет уже падает нахуй. Там у него, блядь, деменция уже давнишняя уже. Простите меня, пожалуйста, грешного такого. Но я считаю так, я понимаю, у нас Брежнев был, Брежнев до самого такого вот, пока не умер, так и... И уже челюстью еле-еле волочил, вот, да? Ну. И все-таки же он сидел, и лицо такое фу-фу было. Ну. Я прям вот не понимаю, девочки, мальчики. Ну, вы же все равно будете меня смотреть, да? А вам какие там президенты нравятся, не нравятся? Вы пишите, не стесняйтесь. Ага.
Я буду ждать ваших комментариев.